Привет, друзья, и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Таня, я уже год и 8 месяцев живу в Барселоне, и на этом канале я рассказываю про свою самую обычную жизнь, про то, как все здесь в Барселоне устроено, про то, что меня удивляет, про то, что не так. И сегодня, например, я буду говорить про деньги, про то, как здесь все устроено с точки зрения денег. Ну, во-первых, открыть банковский счет в Испании крайне сложно, просто крайне сложно. Когда мы только приехали, было чуть проще. Тогда карточку выдавали, ну, чуть ли не сразу, да, через неделю где-то ее можно было забрать из отделения банка. Сейчас я знаю, что многие ждут месяц, что требуют кучу справок, кучу подтверждений. Чуть ли не на каждую транзакцию нужно предоставлять отчет, значит, откуда деньги, заплачены ли налоги, такую справку, сякую справку, перевод справки и так далее. И я знаю, что многим отказывают, например, в открытии счета, что это, в принципе, сейчас очень сложно. С другой стороны, понятно, что, наверное, в России, если бы иностранец приехал и начал открывать счет, ему бы тоже, наверное, попросили соблюсти ряд каких-то условий. Я не знаю, я как иностранец в России счет не открывала, поэтому, окей, я не берусь судить, возможно, в странах, где ты не гражданин, любому человеку сложно открыть банковский счет. Давайте, окей, вот это мы опустим сейчас все, а поговорим о том, как здесь устроена система оплаты, как здесь устроены какие-то платежи, например, коммунальные платежи, как производятся, как спортзалы берут за вас деньги, как вы платите за школу, за какие-то кружки и так далее, потому что для меня это сейчас очень актуальная тема. Я поняла, что со временем все платежи, которые у меня происходят, снимаются автоматически с карты. Я к этому не привыкла, потому что, условно, вот за квартиру у меня снимают раз в месяц, компания, у которой мы арендуем деньги, автоматически снимает эту сумму. Ну, окей, да, удобно. Я знаю, что у меня каждый месяц есть оплата, там 1000 евро стоит наша квартира. Посмотрите, если не видели обзор. Каждый месяц 5 числа у меня снимают эту 1000 евро. Окей, можно привыкнуть. Дальше школа. В школу, когда я записываю Сашу на какие-то кружки, я обязана предоставить номер своего банковского счета, потому что школа будет сама снимать у меня деньги за кружки. Каждый месяц. Если посчитают, что там, не знаю, в этом месяце, ну, это давайте так, по канцтоварам, например, в школе, например, вот в этом месяце нужно им канцтовары какие-то докупить, тут какую-то книжку они им купили, а тут я фотографию заказала, у меня снимают больше, например, не предупреждая меня заранее, просто вот снимают, и потом можно прийти, спросить, а за что сняли, они говорят, ну, вот же, вот раз, вот два, вот три, вот это все надо было, вот все, мы сняли. Или, например, спортзал, когда я прихожу в спортзал, подписываю договор на то, чтобы, там, не знаю, 3 месяца я буду ходить. Мало того, что они в течение 3 этих месяцев сами тоже будут списывать у меня эту сумму. Кстати, у меня так было, что я пришла и говорю, можно я наличными заплачу? Они говорят, да, окей, но для договора банковский счет все равно обязателен. То есть мы пометим, что у вас все оплачено, просто вот нам для гарантии нужен ваш банковский счет. Там 2 подвоха на самом деле было. Первый подвох. В день платежа с банковского счета снимается сумма, равная месячному платежу. Я звоню в спортзал и говорю, слушайте, ну как бы я оплатила уже все наличными. Они говорят, ой, да, это ошибка, отмените операцию в приложении. Тут можно так сделать, просто нажав «Отмена операции» и дальше уже идти разбираться там с организацией, которая у вас это сняла. Окей, я отменила, деньги мне вернули, и я была уверена, что так как я сказала, что я буду ходить 3 месяца, я заключила договор на 3 месяца, и все, типа, прихожу дальше, это было 16 число, это важно, прихожу и говорю, все, отменяйте, потому что я в следующем месяце уже ходить не буду. Я говорю, а надо ли мне браслет сдавать? Вот как я зашла, я даже не говорила «отменяйте», я была уверена, что все и так отменено. Они говорят, нет, браслет сдавать не надо, но так как вы не оповестили нас о том, что вы не будете продолжать контракт и пришли не до 15 числа, а после, то следующий месяц вы все равно будете оплачивать. Можно было бы отменить эту операцию, потом идти к ним, то есть никакого суда бы, конечно, не было, но я подумала, а вдруг они начнут какие-то пени начислять за то, что я там не вовремя отменила, а вдруг там что-то еще будет. Короче, я оплатила еще 1 месяц этого спортзала, просто потому, что я пришла его отменить не до 15 числа, а после 15. И здесь очень много таких подводных камней, когда автоматическое списание будет происходить постоянно до тех пор, пока вы не отмените, но у каждой организации свои условия отмены. То есть, например, если я хочу отменить страховку в банке, то я должна это сделать
за месяц, точнее за 31 день, по-моему, это прописано, до срока окончания страховки. Но условно оплатить сейчас и написать прямо сейчас, что со следующего года я не буду продлевать эту страховку, нельзя. Но либо менеджер банка, у которого я покупала страховку, это был бы БВА, мне нужно было ее купить для того, чтобы открыть счет, либо она просто не приняла, вот тут я не знаю уже, поскольку я не местная, я плохо знаю законы, я сказала, что я вот хочу только на год купить. Она говорит, нет, вы должны прийти за 31 день, а если я приду за 30, то автоматически следующий год будет оплачен. Вот так в этом году я второй раз заплатила себе за страховку Санитас, хотя хотела Адеслас купить, я сравнивала в выпуске своем страховки Санитас и Адеслас, посмотрите, и там есть ссылки на калькуляторы, вы можете посчитать, какая страховка будет вам выгоднее. Я бы сейчас уже купила, конечно, Адеслас, но поскольку я попала вот на этот срок отмены, все, следующий год у меня уже оплачен, сейчас тоже буду в Санитас все делать. Потом я, например, купила себе страховку на камеру, она стоит 80 евро за 2 года. На случай, если она там разобьется, что-то с ней случится, кроме кражи. Кража вот не входит. И там тоже свои условия отмены, я не могу купить сейчас на 2 года и сейчас же написать, что вот, мол, я после 2 лет больше страховать не хочу. Там прописан свой срок, до которого я должна прийти и сказать, что я, значит, не буду больше это продлевать. И в каждом договоре, который вы подписываете, вы обязательно должны смотреть на условия отмены этого договора. Потому что иначе может быть такое, что вы обязаны будете дальше платить суммы за те услуги, которыми вы не пользуетесь. Дальше бывает такое, что если вы, например, подписались на эти обязательные платежи, как я, например, со школой, у меня есть дополнительный курс английского у Саши в школе, там надо оплачивать в стороннюю организацию, которая на базе школы эти курсы проводит, и они тоже списывают с карты. И я завела себе специально отдельную карту, которая работает у меня только на эти автоплатежи. Я туда кладу деньги на мобильную связь, которая тоже снимается автоматом, на вот эти курсы все, на вот такие вот мелкие расходы. И эта школа захотела снять у меня первый платеж не как обычно в первых числах сентября, а там условно 20 августа. А у меня 20 августа на этой карте этой суммы не было. И вот они пишут, что невозможно снять, мы не смогли, и поэтому следующий платеж у вас уже будет со штрафом в 5 евро за то, что мы провели вот эту банковскую операцию, мы вынуждены проводить ее повторно, и вот вам штраф 5 евро за то, что вы, значит, вовремя не пополнили свою карту. Ну, а что делать? У меня ребенок ходит на этот английский, и мне пришлось платить и сумму, и еще штраф 5 евро за то, что у меня вот не было той самой суммы вовремя на моем счету. Я впервые с таким столкнулась, честно говоря, что невозможно заплатить наличными, и что нужно обязательно платить по счету. И что не предупреждают, они не присылают. То есть кто-то присылает фактуры на почту и говорит: «Внимание, через 2 дня или там через день мы спишем с вашей карты такую-то сумму». А есть те, кто вообще не предупреждает, они просто автоматом списывают, и все. И потом ходи, разбирайся, значит, откуда у тебя там какой-то платеж произошел. Плюс еще тоже из интересного, когда я открывала счет ИП, это уже про бизнес-счет, мне сказали, что очень важно, чтобы на счету всегда были деньги, всегда, потому что вот этот Seguridad Social списывает каждый месяц, если я успела там вовремя зарегистрироваться, все шаги правильно сделать, про бизнес тоже у меня здесь выпуск, посмотрите, то вместо 300 евро в месяц фикса вот этих платежей у меня будет льгота на первый год, по-моему, или первые 2 года, всего там условно 85 евро в месяц я буду платить. Конечно, мне это супер выгодно. Но, во-первых, первые месяцы они списывают рандомно, в рандомный день, то есть нет такого дня, что они условно 5 числа списывают. Потом, вот спустя 3 месяца, они стали у меня в один и тот же день списывать. Поначалу это было просто вот хаотично, в какой день, видимо, там кнопку ткнут, в такой день и списывают. Так вот, если хотя бы раз не будет у меня на счету этой суммы, там, 85 евро, а следующий мой платеж будет уже 300 евро, и вернуть эту льготу я больше никогда не смогу. То есть, если хотя бы раз я просрочу этот платеж, или там как-то они не смогут снять, все, 300 евро обеспечено. Поэтому я кладу с запасом туда денег на всякий случай, вдруг они в один месяц захотят там за 2-3 месяца снять этих платежей, чтобы только, не дай бог, не попасть на то, чтобы у меня отменили льготу. В общем, это главная такая, на мой взгляд, проблема банковской системы Испании, что когда у вас много платежей, за ними очень сложно следить, сложно понять, кто у вас в какой момент что снял, сложно предугадать вот эту систему, когда кто будет что снимать, и
есть ощущение некой бесконтрольности трат денег, потому что когда я платила сама за все, мне было удобно. Я понимала, окей, я 1 числа заплачу, например, за квартиру, 3 за коммуналку, потом за школу у меня такой-то день, и как-то вот в моей голове все это как будто контролировалось. Здесь пока, даже вот спустя год и 8 месяцев, у меня иногда бывают такие приступы паники, знаете, когда просто дзынь-дзынь-дзынь-дзынь. Тут 40, тут 39,99, тут 60, тут 1000, тут еще что-то. Они еще такими суммами, знаете, иногда списывают там копейки прям какие-то. И не подписывают, ну, бывает, подписывают, ладно, там деньги, например, понятно, эта связь. Но школа, например, почему-то СЕПА все время написана. И думаешь, что такое СЕПА? СЕПА это футбол, СЕПА это английский у него, СЕПА это у него канцтовары. В общем, никогда не понятно. Я чувствую некую такую, знаете, тревогу относительно денег, когда все происходит именно так. Напишите, как у вас в стране с этим, напишите, сталкивались ли вы с тем, что вот я сейчас рассказываю, когда деньги не так снимали, штрафы какие-то начисляли, не могли вы расторгнуть какой-то договор и так далее. Мне кажется, что это часто история, но, может быть, я ошибаюсь, может быть, это только мой опыт. А мы с вами увидимся на следующей неделе. Всем пока!